той стороны нападения. Живей! Разработка четкой стратегии перед матчем – уже часть победы. Недавно футболисты из спортивной школы Одинцова стали призерами зимнего чемпионата. В этом сезоне они принесли команде заслуженное серебро. Готовились у нас здесь в Одинцово в манеже. Сыграли 8 игр, из них 7 тоже было у нас в манеже. Поэтому вся подготовка и практически все соревнования прошли у нас в городе Одинцово в манеже. Второе место из 24 команд. За высоким результатом стоят многочасовые тренировки по 5 раз в неделю. Отработка элементов на футбольном поле необходима, уверены ребята. Мы упорно тренировались. Мы побеждали и заняли второе место. Футболист должен быть быстрым, техничным. Понимать, когда отдавать передачи, а когда бить. Никогда не сдаваться. Пока у спортсменов небольшой перерыв между соревнованиями. В мае у юных футболистов начинается первенство Московской области. Первый матч пройдет 16 мая в Одинцове на центральном стадионе. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».